ДФМ. ДФМ Chill. Это происходит с нами лишь однажды. Только раз в несколько месяцев чилл становится необычным, когда все идет как обычно. Чилл звучит по-новому. Он становится русскоязычным. Russian Tunes. Сегодня русская музыка звучит так. Твой тихий гелд, я иду. Поднимается тут вокруг обстановка, чтоб добавить звук. Вода войду, вода войду. Скроемся от всех на берегу. Даже если найдут нас вдруг, я бы лучше придумал игру. Да-да, сегодня русская музыка звучит так. Лучшие силы всего постсоветского пространства, все, чем богаты славянские земли, густо замешивается с мировым наследием, и получается новый выпуск, после которого о музыкантах слагаются легенды. Ведь это самый востребованный подкаст в России по версии Apple под названием «Chill». Меня зовут Артем Дмитриев. Мы выходим в 141 городе трех государств посредством радио. Привет! Июль, искра, крадется в моем горле. Я не любила горы, когда она не жила во мне. Я говорила тебе в оправдание, я не хочу еще.
Можно сколько угодно говорить и рассуждать о том, что на русскоязычной сцене все отлично. Но лучше один раз услышать. Сегодняшний выпуск Russian Tunes мы начали с московского певца Егора Сесарева, который чем дальше во времени, тем более плодовитым становится. Очевидно, выпустив недавно свежий альбом, парень работает над саундтреком к фильмам, коллаборируется с артистами и пополняет запасы чил. Следом была относительной свежести работа от питерского проекта «Альфа-Бета». Это такая инди-электроника, черпающая свое вдохновение у Билли Айлиш и Крем-Сода, песня «Искра». Ну а сейчас 7 минут дипа от Джейн Максимовой. Брюнетки, которая шифруется от всех. Скрывает свой статус в интернете. Однако чей опыт в электронной музыке исчисляется десятками лет. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Thank you.
Да. Чилл как понятие внезапно стал повсеместно используемым. От Джигана до производителей пива все кинулись его передавать из уст в уста. И, наверное, это хорошо. Ведь все обязательно будет чилл. И сегодня это видно в музыке. Музыке для расслабления. DFM Chill. Только что послушали такой чиллаут от парня по имени Артур Доул, который, как и Джейн Максимова, пытается сделать все, чтобы информация о нем была стерта из интернета. Он удалил Инстаграм, ВК, другие соцсети и как бы завещает нам свое наследие. Мы с благодарностью принимаем. Это чилл. Сегодня русская музыка звучит так. Ну а мы наконец-то начинаем дорастать до по-настоящему сложной музыки. Смесь русского этно, электроники и джазовых гармоний. Тина Кузнецова и потрясающий ответ украинской Ануки Свента Свентана. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Когда сухота, нюкарсная жена, нюкарсна, независна, мужа высушила. Ох, нюкарсна, независна, мужа высушила. Присушила русы кудри на привольной голове. А ох, присушила русы до кудри на привольной голове. По чужой стороне, а ох, она заставила шатать по чужой стороне, приневолила любить чужемужнюю жену. А ох, приневолила любить чужемужнюю жену.
бабушку не косит, никто траву не сожнет, никто девушку не любит, никто замуж не берет, никто травушку не косит, никто траву не сожнет, никто девушку не любит, никто замуж не берет. Суббота, шикарно, сухо, сухота. Свента Свентана – российский музыкальный проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева, основателя группы «Гости из будущего». В декабре 2019 года телеканал MTV Россия признал Свента Свентана музыкантом года. Команда переосмысляет фольклор и адаптирует его для современного слушателя. Треки основаны на архивных народных песнях, собранных российскими фольклористами в период с конца 19 века по конец 70-х годов прошлого столетия. И группа работает с множеством жанров и смешивает электронную музыку с фольклором, инди-попом, хип-хопом, неоклассикой и другими жанрами. Вот такой вот сегодня чилл. Чилл по-русски. Традиционный выпуск, который случается с нами раз в 3 месяца. Подобные выпуски ищи в самом полном архиве программы на моей персональной странице сайта промо-диджей pdj.com/artdmitriev. 14 лет существования, и там полный архив. Приглашаю. Бестселлер и его песня «Энергия» помогает преодолеть экватор программы. Где-то на стыке поп-музыки и электроники, вобрав в себя синти-поп, чилл-аут и
звучание знакового артиста современности «Уикенда», получаем по факту приятную уху мелодию, которая, к сожалению, не достигнет вершин чартов, но очень даже хороша, и уж ничто не мешает тебе чилить под нее. Ну а следом пробираемся сквозь тайгу. Минуя замерзающие просторы Байкала, мы оказываемся на Алтае. Здесь, в сердце России, рождается та самая музыка, которая действует словно невидимый газ. Наши корни, наши истоки. Этно, Russian Tunes, Chill и коллектив Yerga Sound System, песня «Зима». Вдохни поглубже. DFM Chill. Инстаграма до Телеграма, от Ютуба до ТикТока. Чил есть везде. Найди меня в Гугле и Яндексе. Найди свой чил. Oh,
Свежие выпуски доступны на официальном сайте chillrussia.ru. Меня по-прежнему зовут Артем Дмитриев. Мы продолжаем. Это Chill. DFM Chill. Строго говоря, этно-электронный проект «Ерга Sound System» родился не на Алтае, а в Карелии. И, в сущности, это песня русского севера. Музыканты используют традиционные народные инструменты в сочетании с современными электронными технологиями, а архетип — это то, что существовало и существует в корневой музыке. Его объединяют с экспериментом, с использованием современных средств выражения. Вот эта вот коллаборация, в которой есть и гусли, и пила, и вокал, и горловое пение, духовые, скрипка, синтезатор, фагот, гитара, перкуссия, электроника и бас — все это называется «Новый чил» «Ерга Sound System». Потрясающая музыка и потрясающий подход к звукоизвлечению. Дождь прохожих осыпает, в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Мама, расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой. Голубой он самый добрый, с ним цветы цветут. Голубой идет недолго, его долго ждут. Полина Агуреева. Ощущение, что Советский Союз в лучшем его проявлении вернулся. Тут тебе и смысл, и нежность, и наивность, и эмпатия. Возвышаясь над склоками шоу-бизнеса, чил по-русски. От российской актрисы театра и кино, исполнительницы романсов Полины Агуреевой, которая лауреат премии «Золотая маска» и лауреат премии «Золотой орел». Такие дела. Sam.
Заметки на прошлое писали вчера. Душа так изношена сквозь людей и кота. Так нужно уйти, свесить ноги с моста. И в голове собрать остатки тебя. Вспоминать сетеву, не запах всех сигарет. Воздух морем наполнен, он фанат этих мест. Просыпаться в рассвет, чтобы увидеть тебя. Сопящие чуды, когда-то моя. Сон, пожалуйста, хватит момент весны. Так жаль, что однажды случались мы. Забрались повыше и прыгнули вниз. Остановись. Разделяют течение наш водопад. Ты снова в истерику, я снова дурак. Дом остался без танцев, музыканты в нас спят. Может, встретимся завтра, может, лет через пять. Но я пытаюсь собраться, мысли грязные смыть. Хочу, чтоб сложно запомнить и просто забыть. Мысли снова у моря, срываюсь в песке. Хочу дальше поплыть, утопаю в волне. Сон, пожалуйста, хватит момента весны. Так жаль, что однажды случались мы. Забрались повыше и прыгнули вниз. Остановись. Обстоятельства. Дуэт Кости Максимова и Лёни Оливанова, созданный в Чебоксарах, это музыка романтики десятых, холодного шарма родного города и постоянной тревоги, в которой живет сегодняшняя российская молодежь. Так пишут о себе сами ребята, чью музыку вы слышите прямо сейчас в музыкальной программе «Чилл». Идея проекта «Обстоятельства» заключается в том, чтобы с помощью музыки затрагивать различные социальные проблемы либо раскрывать проблемные черты человеческой личности. В нашем творчестве мы проникаем в мысли других людей и наблюдаем за тем, что их тревожит, радует или даже сводит с ума. Дамы и господа, сегодня русская музыка звучит так. Лондон.
Russian Tunes. Сегодня русская музыка звучит так, и я, как обычно, выражаю благодарность, радость и воодушевление русскоязычным артистам, кто не стремится быть конъюнктурным, ищет свой язык, открывая себя миру и другим людям. Только что Нани Ева, тот самый случай, когда необычная музыка попадает на телек. Певица побывала на Первом канале. «Лондон Гудбай» — суперхит 90-х, спетый в свое время группой «Кармен». Сегодня поет Нани Ева. Приятная девушка. И после нее Кирилл Битов и наш родной синти-поп. Отгремел шумный синти-поп. Время для настоящего чила. Песня «Как тебя люблю». Потерять на темной
тебя люблю. Это Ассенсия из Екатеринбурга, милая девушка Анастасия Иванова, которая ищет свой голос среди тысяч непохожих. Пою душой и не заостряю внимание на жанрах. Так она говорит о себе в социальных сетях. Здесь что-то наподобие дипа с уклоном в попсу, а чил это или не чил — решать тебе. Сегодня слушаем русскую музыку и знакомимся с положением дел на лето 2021 года. Продолжим наше погружение. DFM Chill. Биение, к его стуку подстрою движение. Растворюсь в твоем мире желаний. Задержи дыхание. Мы готовы начать погружение. Как прекрасны все эти мгновения. Дай руку мне, покажи мне, где будем мы. Сердце биения, к его стуку подстрою движение. Растворюсь в твоем мире желаний. Задержи дыхание. Мы готовы начать погружение. Как прекрасны все эти мгновения. Дай же руку мне, покажи мне, где будем мы летать. Thank you.
Это был Chill номер 345. Мы 14 лет в эфире. Меня зовут Артем Дмитриев. Традиционно ищите меня во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма и жду ваши комментарии к выпуску. И не только. В социальных сетях обсуждаю разнообразные темы, актуальные для сегодняшнего времени. Жду тебя там. Ну а мы услышимся спустя неделю. На прощание рубрика «Классика», и здесь будет Алла Пугачева. DFM Chill. Боюсь тебя, я не услышу.
дорога, дождь стучит по крыше. Все тоже запевала дождь, запевала дождь.